Всем привет на канале Мурсалим. Сегодня в работе у нас Камри. Автомобиль разобрали, поехали. Изготавливаем проклейки, все обезжириваем, пылесосим, моем. Вот так выглядит у нас багажник разобранного авто по штатной шумоизоляции. Огромные голые арки, голый металл. Арки изнутри ничем не обработаны. То же самое покрытием. Минимум вибро. По небольшой полосочке кинули на крыло. И на этом сочли достаточно. Правая сторона, та же самая картина. Пол багажника завибрен, но явно этого всего недостаточно. Разобраны крышины, вернее двери, посмотрим. Так, двери. Ну, вот по такому прямоугольничку кинули заднюю дверь. Разобрана у нас водительская. То же самое. Два прямоугольных кусочка вибра. И на этом все. И как следствие, все это шум, вибрации и дискомфорт. По салону. Салон завибрили. Средненько. Не сказать, чтобы ничего нет. Ну и явно этого всего недостаточно. То есть много голых участков, голого металла, которые необходимо все обработать и проклеить. Чем мы будем заниматься? Ну и крыша. Естественно, сбросили крышу. Крыша вообще была такая вот, такое полотно металла, ничем не обработано и не защищено. Все исправим, все проклеим, приступаем к работе. Заканчиваем проклейку крыши. Первым слоем проклеили видроматериал. По всей поверхности все прокатали. И вторым слоем клеим шумопоглощающий материал. Так, теперь у нас упакована крыша. Доклеиваем последнюю секцию и крышу будет ставить на место. Проклеили в салоне первый слой видроматериала. Весь материал предварительно разогревается, клеится на горячую и прокатывается все валиком тщательно. Так у нас выглядит теперь салон. Все проклеено, прокатано. Толщина материала 4 мм в двери. Также внутренняя часть двери проклеена. Также используется максимальный толстый материал. Проклеено и прокатано. Тоже все на горячую. Продолжаем работать. Закончили проклейку шумопоглощающими материалами, сплошным ковром по всему салону проклеивается материал. Все тщательно проклеено. Все элементы заклеены. Предварительно со всех элементов сняли вибрацию, проклеили вибро и вторым слоем шумопоглощающий. И готовы 4 двери. Все 4 двери проклеены в 4 слоя. Максимальная шумоизоляция. Автомобиль готов. Готов также у нас багажник. Все проклеено. Весь багажник проклеен усиленным материалом. Крылья толщиной материал около сантиметра. Арки тоже самое. И пол багажника. Толщина материала около 6 мм. Так, теперь у нас все закатано, заклеено в багажнике. Все, автомобиль полностью готов. Будем приступать к сборке. Погнали. Закончили сборку салона Toyota после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора, разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на наши работы. Антискрип дверей делают подарок. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии под видео. Всем пока.